Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. Традиционно во всех муниципалитетах Ямала прошли праздничные мероприятия. В Муравленко десятки семей стали участниками спортивного праздника и семейного фестиваля. После небольшой разминки семейные команды проходят различные эстафеты, ловкачи, носильщики, перекати-поле. А в перерыве ребята, родители и тренеры с увлечением разгадывают загадки. Всем очень нравится, как бы все уже спрашивают, а когда в следующий раз будет данное мероприятие. У нас поощряем всякими призами, грамотами. Сегодня привела свою семью, чтобы поучаствовать, так сказать, разминочку сделать, немножко физкультурой заняться. Провести, как говорится, досуг. Очень полезно, особенно для семьи, чтобы сплотиться, чтобы как-то обстановку поменять. Мне нравится. А детям? Дети вообще в восторге. Смельчаки, великолепная пятерка, позитив, дружная семейка и улыбка. 28 семейных команд собрались в спортивной школе Муравленко, чтобы вместе весело и дружно провести время. Что делаем? Семья Красновых – постоянный участник фестиваля. Такие праздники делают их семью еще крепче, убеждена мама Анна Краснова. Активно поддерживает родных бабушка Надежда Васильевна. Мы участвуем уже не первый год, да, кажется, даже с первого самого фестиваля. Впечатления всегда очень положительные, эмоциями заряжаешься на весь следующий год. А вот супруги Николай Первухин и Анастасия Варлакова с дочкой Ариной участвуют в фестивале впервые. Дочь просто в восторге, бегает от станции к станции. Там смотрим, там участвуем, там прыгаем, тут бросаем. В общем, очень супер. Семейная пара Антона и Анны Высоцких старается посещать все мероприятия, где можно развлечь и занять маленьких Василису и Антонину. Мы ради детей сюда пришли поучаствовать, чтобы им было интересно. Нам все нравится, что детей касается. Впервые стала участницей фестиваля и семья Инги Шишиной. Эмоции зашкаливают. Всех увлек азарт борьбы. Мы участвуем в этом состязании первый раз. Очень интересно, весело. Необычно. Все очень быстро. Не успеваем даже. Время поджимает. Время поджимает, да. Поэтому интересно все, креативно. В следующий раз придете? Обязательно. Придем, да, обязательно. Анастасия Попова, Юлия Сидорюк, Сергей Лукович. Новости Муравленко.